Что у нас сегодня, Алис? Здесь принцесса какая. Такая принцесса с каретой. Давай покажем коробку. Какая карета. Карета у нее, давай покажем. Вот такая вот принцесса. Давай. Тут Кать. Это Кать. Это что? Кать. Давай посмотрим. Подожди-ка, дай-ка я покажу коробку сначала. Вот в коробке принцесса такая, карета. И много всяких каких-то штучек. Посетить? Да, конечно, сейчас много, как откроем. Давай откроем, давай ножницами. Я буду играть еще. Конечно, будешь играть и дальше. Вау. Так, это вот здесь инструкция какая-то. Здесь наклейки. Ой, смотри, сундучок с драгоценностями. Смотри-ка, сундучок, а там в нем какие-то штучки маленькие. Вот такая принцесса маленькая. Но это не просто принцесса, а это еще и принцесса, которой можно поменять выражение лица. Фокус-покус, смотри, Алис. Сейчас я тебе что-то покажу. Снимается у нее, ой, у нее все снимается. Голова снимается, парик снимается. И можно сделать, что она подмигивает. Опа! А это? Смотри, она подмигивает. Ты видишь как? Это что? Это у нее волшебная палочка? Это фея. Это не принцесса, а фея, наверное. Ты видишь, у нее снимается все. Посмотри, у нее два лица, Алис. Двуликая принцесса. Все снимается. И корона снимается. Собирай, собирай принцессу. Надевай ей парик. Волосы. Вот, карета, наконец. А вот еще посмотри, сколько у нее тут богатств, всяких сокровищ. Посмотри-ка. Вот у нее сундучок со всякими сокровищами. Здесь у нее есть всякие маленькие штучки. Колье, цветочек. Расчески такие маленькие. Сумочка есть, смотри, у нее сумочка есть, можно сумочку, и давай сумочку дадим в ручку. Вот. Вот такая красивая принцесса с сумочкой, а это сундучок для всех ее богатств. Давай сложи. Так, у нее потерялась только вот эта накидка. Держи. Собирай все сокровища в сундучок, Алис. Складывай сюда, чтобы они не потерялись. Все расчесочки, всякие маленькие штучки. Даже браслетик есть маленький. Или это часы, смотри. Малюсенькие часы на руку надеть. Вот такие совсем малюсенькие часики на руку. Сейчас мы наденем. Красивая. Вот, надели ей такие часы на ручку. А диадема, где ее из головы уже, вот. Вот такая диадема у нее в голове. Что ей в ручку дадим? Волшебную палочку? Давай. Вот, волшебную палочку нужно ей руку дать. Вот такой сундучок с сокровищами. Ну вот, наконец-то, наша карета. Вот такая вот красивая карета. Вот такая. Смотри, Алис, когда... Алис, посмотри, эту карету, когда открываешь, получается домик. Смотри, какой. Вот такой домик. Там у нее есть зеркало. Вот здесь есть место, куда поставить ее сундучок. Давай, подожди, посмотришь сейчас. Сундучок мы поставим вот сюда, за край. Вот. Вот сюда поставить сундучок.
Здесь у нее вот такая вот карета. Она может там сесть, и мы будем ее в окошко видеть. Давай посадим ее в карету. Смотри. Заходи, принцесса, поставь ее вот сюда. Поставь, она в зеркало там смотрится, да? А теперь давай-ка, чтобы нам ее в окошко было видно. Ну-ка. Вот она в окошке, посмотри, скажи, ку-ку. Ку-ку, принцесса. Ну давай посмотрим, что за фокус делается с этой с короной. Подожди, ты открой. Можно открыть вот так и все вытащить. Подожди, давай-ка посмотрим. Самое интересное, смотри, когда ее ставишь вот на эту штуку, то она вот так вот нужно покрутить. Подожди-ка, смотри. И ей на голову надевается корона, смотри. Опа, и она стала принцесса. Видишь как? Смотри. Вот, теперь она принцесса в короне. Ну подожди, это она чтобы в карете ездила, чтобы не падала, смотри. Когда она ездит в карете, то она принцесса в короне. И так ее можно катать, она не будет падать, она держится за корону. Правильно, сундучок ставится вот сюда, сядь на стульчик. Вот, теперь она не упадет, она держится крепко за корону. Вот такая смешная принцесса с короной, ты видишь? Вот это да, но придумывали же. А подожди, не с той стороны ты, по-моему, открываешь. Да, нужно снять сундучок, чтобы ее выпустить. А теперь покрути вот это, покрути, и корона уберется, и ты сможешь ее вытащить. Оп, вот она вывалилась. Принцесса на променаде. Что забыла? Сундучок поставить? Сундучок поставила и поехала. Пока-пока, принцесса. Ты поехала гулять? Это зеркало, это не таскивается. Да ты уже поздоровалась, моя хорошая. Вот смотрите, друзья. Когда вот эту вот штуку крутишь, то здесь выкручивается вот такая корона, и она фиксируется вот так за голову. Но это, конечно, очень смешно придумано, но все равно. И так она не упадет. Сейчас мы приклеим еще наклейки, она станет совсем красивая. Пока Алис играет с принцессой. Эта принцесса очень смешная, она разбирается вся по частям. Ее можно снять ей голову, снять вот, можно снять вот так юбку, снять туловище, не знаю зачем, наверное, чтобы можно было комбинировать с другими такими же. Чтобы менять одежду. Голову давай наденем ей. Голову наденем. Самое смешное в этой принцессе, что у нее может быть другое... Это мы сейчас наденем. Давай, да, и накидка все время падает. Ну чего, накидку сейчас наденем. Вот. Но самое смешное, что у нее меняется выражение лица. Если мы вот так вот перевернем голову наоборот и наденем ей волосы назад, то она будет подмигивать вот так. Смотри, какая подмигивает. Видишь, как глазик один закрыла. Ой, тебе не нравится, как она подмигивает, Алис? Нет? Ну, сделай назад, как было. Нет, Алис не нравится, когда глазик закрыт. Хорошо, давай сделаем, как было. Накидку наденем. Вот. Такая красивая принцесса. Давай приклеим красивые наклейки. Смотри, какие сердечки, звездочки. Получилось все, ну вот видишь, как здорово. Звездочки наклеим красивые. Сердечки. Вот так. Ну что, ты довольна, Алис? Понравилась тебе игрушка? Да. Ну скажи пока друзьям. Скажи, Алис, возьми принцессу, пусть она скажет пока, ребята. Давай-ка, доставай ее. Пока. Пока, ребята. Пока, ребята. А поцелуйчик. Принцессе, а ребятам? Подписывайтесь на канал Планета Алис. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пока-пока!